ночной темноте мурзики подкрадывались к ветеранам, кидались к ним с подарками, говорили: «С Днем Победы, дедушка!» Дедушки пугались, кричали: «Чьи вы будете, люди?» «Мы мурзики». Все, да? Да. Идем? Пошли. Он там смотрит, наверное, телевизор сидит. Дядь Паш! О, дядь Паш! Не в огне бойся ты. Проходите. Поздравляем, извините, что мы так задержались. Здрасте. С праздником, с Днем Победы. Здрасте. Спасибо. Здоровья вам. Здравствуйте. Вот вам плед теплый в подарок. Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь к столу подарок. Ой. Даже ночью это. Да. Я тебе говорю, я не знаю, с откуда вы, как. Мы из Москвы. Фонд Мурландия, мы из Москвы. Мне был этот, звонок. Ну, с района заместили. Да, звонили. Да, они напомнили. Ой, вот, присядьте. Возьмите стульчик, присядьте. Спасибо. Говорит, так и так, будут, говорит, приедут, ну, не закрывают. И сейчас там, вы извините, да, и конечно, закрываемся. Конечно, конечно. А, вот, потому никогда не было. Очень трудно переживали, очень трудно. А где воевали? Я в Белоруссии. Угу. А войска какие? Пехота. А с какого года вот воевали, в каком году? В 43-м году, после освобождения, 50-я армия, генерал-лейтенант Болдин, я лично в душе, вот Калуга, там есть улица, она освобождала Калугу, это, ну, как-то, как сказать, выдающийся был командующий, до войны еще был генерал-лейтенант, и войну все провоевал он генерал-лейтенантом, вот наш район. А пересекает нас с Воянцевой, на Рослов идет железная дорога. Да. По эту сторону это его армия, а там уже Попова, генерал-полковник, за линией освобождал. Там военкомат только 13 декабря, а я уже 2 декабря был ранен. Он наш, этот самый 50-я армия, без всякого военкомата сразу подчистую забрали, не обученных и в бой. И в бой. А, ну, через в октябре месяце уже были ранены и мы, а 15 сентября сразу нас как освободили, через 2 дня сразу и ну, у 50, опять. Да, в запасной полк, угу. Вот, 50-й армии. Не обучанных, нас как реально передовые. А там белорусы уже были в одежде, в медсанбате, кто ранит, и у своей одежды даже бросали в бой, понятно. Не обученных. Даже не обмундировали. Лично я этим Болдиным недоволен. Хотенко, он умер в Киеве, уже присвоили, когда умирал генерал-полковника. А то и до войны был генерал-лейтенант. Ну, ему за какие-то вот промашки вот за такие не прислали. А так-то он был, как считали офицеры наши. Ну, понятно. Штатный кадровый офицер.
Ясно. Ну, спасибо. Спасибо. С праздником вас еще раз. Ну, за что ж мне спасибо? Вы за, такое за дали. То, что вы... А спасибо да вам, что вы не воевали, вы не забывайте. Нашу родину защищали. А меня, а те другие же, это большое, большое мы, в общем, спасибо, всех ветеранов что вы района. Же молодые и так относитесь к жертвам, это, по сути дела. Ну, вот. Спасибо. Дважды ранен был, вот, а я ранен, это уже конечное ранение. Ясно. А так погибли много и не было. Ну, война. Да. 27 миллионов, это ж не так, не шутка, поубить. У нас и деревню сожгли немцы, перекупали. 70 человек расстреляли, только стариков. Угу. Стариков. Вот, в 42-м году, 6 апреля. Вот. Соловей поет. Это мы к последнему сегодня на сегодняшний день к ветерану заехали.